Дайте попрощаться! Дайте попрощаться! Дайте попрощаться! Дайте попрощаться! Дайте попрощаться! Они едут по МКАДу. Куда? Ну не девочки, кортеж. Сейчас будет некоторое время нужно на подготовку к отпеванию. В храм зайдут родные. Стараться сделать все возможное, чтобы очередь начала двигаться, чтобы все тоже могли туда зайти. Я напоминаю, друзья, кто только что подключился, просто мы прямо сейчас вот на ваших экранах кадры, как достают гроб. На ту сторону надо. Женщина, давайте я вам объясню, куда вам? Да, мне интересно, почему нельзя напрямую пройти? Пожалуйста, потому что очередь с левой стороны, вот там хвост очереди. А, да. Чтобы было справедливо. Несправедливо, чтобы, ну, все же идете в одно место. Спасибо за работу. Всего доброго. Заносит его в храм, в котором скоро должно начаться после коротких приготовлений и процедура отпевания и прощания для всех желающих с Алексеем Навальным. Будем здесь с вами за этим всем наблюдать. С Алексеем Навальным, человеком, который нас всех собрал, нас всех объединил, нас всех познакомил, сделал нас одной политической силой. Человеком, который вел людей за собой, вдохновлял, который был настоящим лидером. Но это нужно было прийти к 11, вот там. Но не при нашей жизни. Да ладно. Не, ну а как же? Вот, что? Не простим! 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 А между прочим... А это как раз вообще невозможно. Именно при нашей жизни. Именно... Не надо кодировать. Нет, даже не в этом дело, понимаете, потому что вот. Я считаю, что не Россия будет свободной. Россия свободная. Не простим! Не простим! Свободная Россия. Не простим! И пока, не понимаете, вот если вот они сейчас поколение там 50-х, 60-х, если они уйдем, тогда ничего не будет. Мы должны передавать сейчас. Хорошо получается, молодые поколения. Мне не нравится атмосфера, тут много ФСБшников, фэшников. Навальный не боялся ФСБшников? Ну, вы знаете, Навальный – это Навальный. И вы убили. Он не боялся. И мы не боимся. Thank you.
Смерти нет! Смерти нет! Смерти нет! Смерти нет! Пойдем, пойдем. Мемориала Бориса Немцова. Была зачистка, была
зачистка, и мы отбили из черных мешков. Я часть раздал людям, часть раздал. А часть я понял, что я не донесу, положил здесь. Спасибо вам. Яшин, ты не один! Яшин, ты не один! Яшин, ты не один! Наших ребят домой! Наших ребят домой! Наших ребят домой! Наших ребят домой! Долой власть чекиста! Долой власть чекиста! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Мы не хотим умирать! Мы не хотим умирать!